Тема данного ролика – что такое компьютерные вирусы. Прежде всего, должен сказать, что компьютерные вирусы никакого отношения к обычным вирусам не имеют. Это программы. Принести вреда человеческому организму они не могут. То есть для физического здоровья владельца компьютера они безопасны. Компьютерный вирус – это программа, как правило, написанная высококвалифицированным программистом. Если обратиться в историю, то первый компьютерный вирус был написан еще в 1983 году одним из студентов Калифорнийского университета. Чем отличается компьютерный вирус от обычной программы? Двумя моментами. Первое – тем, что он устанавливается на компьютер бесконтрольно, без ведома, вопреки желанию владельца компьютера. Обычно это происходит при копировании каких-либо программ, при посещении некоторых сайтов, при просмотре электронной почты. То есть вот при таких действиях. Второе – функция компьютерного вируса, в отличие от обычных программ, которые как бы нацелены на пользу владельца компьютера, на удовлетворение его каких-то потребностей, компьютерный вирус, напротив, нацелен на вред, на уничтожение файлов, папок, порчу программ. Он может обрушить систему Windows, например. Ну, в настоящее время вот появились такие вирусы, которые поселяются на компьютер с целью, как бы сказать, шпионажа. То есть, чтобы злоумышленники узнали номера ваших, допустим, кредитных карточек, данные ваших интернет-кошельков и сняли у вас какую-то сумму денег. То есть опустошили ваши счета. Компьютерные вирусы прикрепляются, как правило, к уже существующим программам. Таким образом, когда мы запускаем такую программу, мы запускаем и вирус. Он начинает работать на компьютере. Иногда он запускается вместе с системой. Он может маскироваться под нормальные программы. То есть вы вроде бы запустили программу, ничего не произошло. Вы не поняли почему. Но на самом деле это вирус съел эту программу и поселился там вместо нее. Бывает иногда, что вирусы прикрепляются к документам или к графическим, или к медиафайлам. Ну и, то есть, когда мы вот просматриваем, например, картинки или открываем документы Word, то начинает действовать вирус. Такое, в общем-то, реже, но тоже случается.